Всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и я сегодня в этом видеоролике хочу вас познакомить с новой игрой под названием One Roll Arm. Прикольная игрушка, посмотрел видос, она, кстати, бесплатная в Стиме, кто захочет, может ее скачать. Это такой Tower Defense в стиле гоблина и тролля, то есть тут как бы тролль будет защищать ваш замок, вашу деревню, а гоблины помогать ее развивать и строить. Давайте попробуем поиграть, зайдет не зайдет, потому что не знаю, мне очень хочется окунуться прям в этот, так сказать, салат и посмотреть, что из этого получится. Я так понимаю, надо сначала пройти вот этот, потом каменоломня, песочница, короче, а, точнее, каменоград. То есть все потихонечку откроется. Пока Саламак у нас. Давайте Саламак. Начнем с него. Я же говорю, я запишу серии, все будут сниматься в режиме, то есть реального времени. Ну, как реального времени. Сегодня я записал и этот... выложил уже сегодня же, и получается, вы посмотрели. Если вам понравилось все дела, все как бы играем. Нет, значит, я потом, возможно, поиграю сам в нее чуть-чуть и все. То есть вот так вот это все будет делаться. То есть вы мне можете свободно давать советы и так далее. Но когда выйдет еще одна серия, то есть тут где-то через несколько дней. Но я думаю, вы понимаете. Так, что здесь произошло, чтобы вы поняли сюжетку. Здесь гоблины, естественно, сказали, что тут мы обнаружили кочевников и своим ритуалом вызвали тролля. И тролль теперь будет защищать деревню. Вот и, в принципе, весь сюжет. Следуйте за гоблинами. Та, ноль проблем. За гоблинами, так за гоблинами. Так, пока управление вообще непривычное для меня. Никак непривычное. Я немного... Так, задание. Следуйте за гоблинами. Ясно. Все ясно. Как тут... Ага, вот так развернуться. Понятно. Когда так... Даже стен нет. Ну, понятно. Тут надо отстраивать свой замок. Я думаю, вы поняли, в чем приколюха и что нужно делать. Сейчас мы будем стараться отстроить замок. Тут нам пока обучалочка. Все сейчас нам разложат по полочкам, как нерадивым ученикам. И все расскажут. Итак, давайте мы зайдем в управление гоблинами. Тут, естественно, нам показывают, что нужно строить. Добавляем строителей, вот, троих, к примеру. Теперь так, прикажи строить стены. Заходим в крепость, стены, бабах. Понятно, деньги, древесина. Мы строим стены. Хоть какой-то оборонительный, так, участвуй, тем быстрее завершается строительство. Все понятно. Можно подкинуть еще строители, ратушу, бараки, склад. Можно строить, то есть... Так, это что у нас такое? Новых зданий требуется дерево. Несколько дровосеков. Так, понятно. Вот это у нас запас для улучшения способности тролля. Так. Давайте закидываем лесорубы. Угу. Скоро у вас будет достаточно дерева для строительства. Угу. 4 дровосека. То есть у нас сейчас 4 гоблина. Видите, 4. Один тут пляшет, это дедуля. Вот, можно ускорить время и... подождать. Так, пока не таскают все это дело, посмотрим, что на пульс он, как у нас пляшет этот тролль. Враг нападает, тыры-пыры, понятно, все, надо гаситься. Так, ай, быстрее, быстрее, быстрее. Растаскуем, растаскуем, почти растащили волну. Отлично, наш тролль может собирать вот эти все монетки, которые с них выпадают. Так, результаты, добыто 35 золота, понятно. Все монетки, но надо назначить, дед не будет собирать. Нам надо одного лутерщика назначить. Назначаем одного лутерщика, чтобы он собирал лут. Так, задание, что у нас тут есть за задание? Так, пока никаких, да? Постройте все здания и башни крепости. Так, ладно, это все фигня на самом деле. Переходим. Так, чем захочет снова напасть, он будет готовиться к этому. Естественно, все. Так, управление гоблинами. Собрать лут. А, не то мы сделали. Я ступил, вот. А, тут опять показывают, что вот надо всех ставить. Потом на ремонт, естественно, нашего... так сказать, этого тоже надо ставить. Нет, мы ставим одного на сбор лута, а всех остальных
Черт. Непривычно, если честно. Вот так вот делаем. Инвентарь тролля. Так, вот здесь можно прокачивать. Умения. Вот можем прокачать апперкот. Так, апперкот. Тут его еще можно переодевать, ну я пока не знаю. Так, базовые умения. Это не хватает у нас лута. Угу. Все понятно, как так. Ратуша, то с чего следует начать. Так, отвечать за обучение. Понятно. Дедан нам все рассказывает это. Это мы не можем улучшить. Значит, все, на этом. На цепи на тролля модный прикид. А, понятно. Не, никакого прикида, ребята. Блин. Так, выходим в общий мир. В общий мир. Бежим. Пока носят дерево, один будет у нас собирать лут. В бой. Давайте, в бой, ребята. Куда ты побежал? Бегут, надо... Надо их быстро разобрать, этих типков. Крыс. А, и кстати, кто меня смотрит, скажите, пожалуйста, у меня есть такая идея, как окунуться в прошлое и заснять полное прохождение Warhammer 40 тысяч. Кто, еще какую часть, я не знаю, но очень есть огромное желание, скажите, как вы на это смотрите. Если хотя бы будет смотреть человека 3-4, я обязательно сниму. Но это будет очень много серий и будет по одному, то есть, бою. То есть, как кто знает, ну, то есть по одной миссии, потому что миссии могут затянуться на 1.5 часа, играть буду без кодов, без читов, без ничего, именно чистое прохождение. Поэтому, кто за, то есть, напишите обязательно в комментах. Я бы хотел знать, кто тоже как бы разделяет мои взгляды и тоже готов со мной поиграть, то есть, ну, посмотреть Warhammer, что-то подсказать, там, поиграть вместе со мной. Так, ратуша, что мы можем? Так, можно тренировать рабочих гоблинов, они все будут эффективнее, быстрее выполнять свою работу. Так, понятно, улучшить, да? Угу, давайте сделаем. Так, стены можно. Башня СВ нельзя, башня СВ нельзя, стены. Давайте улучшим стены на 114%, раз мы это все можем, почему бы нет. Так, и у нас тут строителя нет, надо назначить. Давайте назначим строителя. Так, да, я понял, друг. И назначим одного собирателя, то есть два дровосека, два строителя, парочка собирателей. Немного сделаем так. Третья волна. Идем растаскивать ребят. Вот, а тут идут жесткие парни. Давай, тролль. Нась, нась, нась. Кто-нибудь мультик интересно смотрел? Есть, короче, мультик про троллей. Не помню, как называется. Старый мультик, но очень классный. Как же что называется? Блин, а? Так сразу не вспомнишь. Ну, крутой мультян, не знаю, мне он нравился. Все, мы растащили, собираем нашим троллям монеты. Он у нас может собирать монетки. Собираем монеты. Один у нас собирает лут, все остальные дерево. У нас, в принципе, рабочие круто разделены. Так, ага, мы можем выучить какое-то умение. Вижу, ты не бессмертен. Я могу... Так, пробовать лечить, но для этого потребуется материальная жертва. Так, что такое? Так, шаман будет исцелять. Не хватает лута. Не хватает. Так, может быть, тут в чем-то моя ошибка. Может быть, надо назначить больше троллей, да? Чтобы вот они лут носили. Блин, я пока не знаю, понимаете, в чем приколюха, что лучше. Либо строительство, либо лут. Ну, давайте лут. Окей, по фастику. Угу. Никакого фастика. Тогда строительство. Постройте быстренько. Угу. Отлично, они построили мне. Блин, мышка тут работает вот... Очень грустно, мне она не нравится, как она двигается. Управление геймпад. Нет. А ну-ка. Нет, нет. Управление. Экран влево, экран вправо. Так, вот это все есть. Вообще все грустно. А ну-ка, давайте паузу
паузу space. Вот, отлично. А ну-ка, чик-чик. Во, отлично, пауза space. Во, мне это нравится. Вот, главное знать настройки, тогда мы будем вообще осведомлены о чем, что как. Они все это построили, теперь давайте также на... Наверное, накинемся на... Хотя нет. Сейчас сразу мы как победим, мы накинемся на лут, соберем весь лут, а потом мы пойдем за древесиной, потому что нашего парнишу надо качать. Если он не будет качаться, он будет лошок. Поэтому сначала мы будем на луте все. Хотя у нас еще идет волна. Еще идет волна. Можем раскидывать? Не можем. Вот. Вот она. Давайте, ребята, бегите все сюда. Апперкотик. Я промазал апперкотом. Офигеть, я лох просто. Я просто лох. 96-84. Офигеть, я сейчас могу умереть. 77 жизней. 50 жизней. Офигеть. Офигеть. Опасность. Давай, давай, давай. Загаси его, загаси, родной, давай. Ух ты, блин. Я погиб. Сдаться. А мои гоблины ничего не могут, да? А ну-ка сдаться. Перезапуск. Так, это мне не понравилось. Это мне не понравилось, то, что мы погибли. Давайте-ка посмотрим, что мы можем еще подкачать. Апперкот нет, что такое? Удар нет. Этот что, скорость, да? Ну мы вот это тогда... А, мы и это не можем себе прокачать, все понятно. Все грустнее грустного. Да, я думал, мы сможем. Идите, ребята, дерево хотя бы добудьте. Пусть от вас будет хоть какая-то польза. Ой, ускоряемся. Ускоряемся. Пусть добудут по древесине немного. Гляньте, они неплохо так добывают. Вот мне надо, может, умение еще посмотреть. Может, как-то можно умение использовать. Если можно использовать умение, почему бы нет? Почему бы нет? Гляньте, древесина у нас потекла. Какое двусмысленное выражение, да? В бой. Волна пятая готова. В бой так в бой. Давайте. В бой. Апперкот, давай. Промазали опять? Ё-моё, что за дичь? Что за дичь? Удар. Туф. Апперкот. Апперкот. Туф-туф. Не получается, что меня апперкотит. Не знаю, я пока вообще не привык к управлению. И почему-то мало, да, этих гоблинцев. Результаты. Сразу сюда. Лутянский. Пусть они соберут. Весь лут. Чтоб мы могли своего орка прокачать. И давайте пока посмотрим, что мы можем построить. Башню мы не можем. Почему мы не можем? Не знаю, что нам не хватает. Ратуша вроде, да, у нас есть. Тренировка. Нет, тренировку мы точно не будем делать. А, надо второй уровень рабочих. Даже так у нас все. Офигеть. Ладно, я вас понял, ребята. Так, все, они все собрали, да, и теперь они стоят, курят. Курить у нас запрещено. У нас штраф за курение дают, поэтому курить, парни, вы точно не будете. Прокачиваем исцеление. Так, что можно еще? Вот это нельзя нам загасить? Не хватает. Понятно. Исцеление. Ладно. Все, напади на врагов первым, чтобы спровоцировать их на атаку, то как они соберутся сами, так можно не дать врагу собрать большие силы для атаки. Понятно. На дерево я направил, ребят, пусть идут. Так, нас подхилют, наш шаман. Подхилю, потому что. ХП мало. А ну-ка. Большие силы. А ну-ка, в атаку. Отлично, отлично. Во, что-то у меня уже получается, да? Первые признаки моей победы начинают. Вот это хорошо, это мне нравится.
Еще раз напоминаю, кто может быть пролистывает видосы, кто не смотрит до конца или еще что-то. У меня очень сильное желание поиграть в Warhammer 40 тысяч. Кто его разделяет, скажите, пожалуйста, стоит ли мне снимать или нет. Потому что играть я в любом случае буду, но тогда я не буду снимать, чтобы вы понимали, да, о чем речь. Если я не, если я буду играть, но не буду снимать, то, естественно, видосы выходить не будут. Если вы хотите, чтобы я играл на запись Warhammer 40 тысяч, то я буду играть, я полностью хочу пройти прохождение, потому что какую часть еще пока не знаю, но очень хочется, прям вот вообще не знаю, желание просто бешеное. Фух, ребятки собирают, посмотрим, что мы можем, во, мы можем башню построить. Ху-ху-ху, ребята, да серьезно, башня это стоп. Так, бабки есть, нету дерева. Нету дерева. Так, еще что-то лутят, да? Парни. Все, уже не лутят, уже занимаются ерундой. Давайте быстрее. Бежим, собираем дерево. Что шаман прыгает, прыгает и что-то никак не напрыгает. Мы себе не можем, да? Ничего пока что взять. Нехватка. Удар вращения отбросит врагов в округе. Нифига, да? Понял. Деревце течет. Деревце течет. Это хорошо. Это хорошо. Бежим, бежим. Седьмая волна. Так, на паузу. Блин, оборонительная. А, мы не можем, да, строить. Когда на нас напали, мы не можем нажимать, чтобы там что-то наши парни строили. Тьф, апперкот. Ай, ворвались мы. Наш гоблин просто бешеный вообще. Убийца дали ачивку. Нифига себе. Убийца это сильно, мне кажется. На, вот это их просто разнесло. Так, они гасят мою ратушу. Ох-хо-хо-хо-хо. Ой, убегай, убегай, друг, драпу. Апперкот. Ту-дуф. Отлично. Мы реабилитировались. Нет, убивай его, убивай. От вот это по красоте. Мы затащили вообще просто на минималочке. Минимализм у нас просто был. Всех на сбор. Кроме одного, Васяндрия пусть строит. А мы будем собирать. Мы будем собирать. Да, ты меня лечи, но мне надо бабки тоже собрать. Деньги на дороге не валяются. Все, собрали. Шаман, давай, лечи меня. Васек. 300 золота. 300 золота. За 300 золота, и если сейчас еще притащат, там, древесины нам не притащат, правильно? Что у нас здесь? Мы можем вторую башню сделать, да? Мы можем с каждой стороны по башне построить. Но у нас не хватит этого. Окей. Так, смотрим, что у него повышает ХП. Увеличивает здоровье. Вот это вот нужная вещь. Давайте это сделаем. Потом нам обязательно надо будет вот этот удар прокачать. Нифига, да, такого нету. 60 повышает здоровье тролля. Это что такое? Это у нас скорость. Угу. Угу. Как бы все нужно, но дорого, да? Окей, значит, пока ждем. Пока ждем. Блин, ребята тут. Давайте-ка их пока кинем на строительство. Всех. Так, открывают более совершенные башни и орудия. Пока кинем их на строительство и посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь 2%. Ратушу мы не можем, да, улучшить. Нам надо улучшить рабочих. Так, тренировка рабочих у нас сатен денег занимает. Я думаю, что придумаю, предлагаю. Надо сначала зафигачить. То есть, атака, бараки что дают. Можно отдельно тренировать каждый вид стражников на башнях. Они будут сильнее, быстрее. Так, нога, ясно. Так, сначала камни у нас, потом... Так, бараки. Все упираются в бабки, в древесину. Фух. Ясно. Все ясно. Пока они строят две башни у нас. Две ж башни. Да, две башни. Пусть строят.
Так, давайте будем нападать. 800 хп-хи. Да я, ребята, сейчас ворвусь. Просто ворвусь, серьезно. 800 хп. Офигеть. И уже есть у нас одна башня с вами. Это просто четко. Так, башня завершена. Бой начался. Во, она достала. Копейщики — это вообще какие-то мутировавшие создания. Апперкот. Ха-ха-ха, на разрыв просто в Асяндре. Отлично. Мне нравится, как наш тролль просто всех разрывает. Он машина для убийства. Вот, знаменосец идет или кто это, не знаю. Он вообще мощный какой-то парень. С башнями вообще просто на изи разрыв. Просто на изи. Мне нравится. Мне, ребята, мне эта игрушка нравится. Бесплатная игра в Стиме, но она топовская. Да что ты тут, мышь, делаешь? Круто. Сразу пауза, моментально. Чтобы ничего не упустить, давайте мы поставим лут. Всех на лут, кроме одного. Одного поставим на древесину, чтобы он собрал древесину. Или это будет нецелесообразно, как считаете? Или всех лучше на лут? Ладно, давайте всех на лут. Ладно. Макс скорость. Соберем пока деньги все, которые у нас тут валяются. На макс скорости они у нас неплохо так. Во, они собирают, собирают. Отлично, да? Все, они практически собрали. И новая волна. При новой волне их можно запустить всех на дерево. У них будет время собрать деревца. Так, у нас есть 69. Мы можем увеличить свою скорость, по-моему. Так, это мы не можем, но мы можем скорость прокачать. Не хватает денег. Одной монеты, ребята, просто одной. Одной монеты. Одной монетки. Все остальные пока закрыты, да? Собрать лут с поверженных врагов почему нельзя? Хватает денег, да? Ну, оно вообще что-то закрыто. Вот это вот я не понимаю, что дает. Странно, да? А, оно апгрейдится. Когда мы повышаем левел, у него получается апгрейдятся перчатки, насколько я понимаю. То есть можно их поменять, да? Окей, окей, мне это нравится. Это мне нравится. Здесь сколько это дает? 80. Здоровье сколько? 60. Но нам не хватает все равно денег. Окей, все, раз нам не хватает денег, мы просто ждем, пока нам ребята притащат сейчас еще дерево. Лут-то они забрали, хитрожопые говнюки. Две башни — это у нас хорошо. Это даже очень хорошо. Две башни. Девятая волна. Угу. Угу. Девятая волна — это, конечно, круто. Разрывай, разрывай. Так, 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 так. Апперкот, апперкот. Ой, я опять ступил, наверное, да? Вот мышка тут дурацкая. Надо сейчас посмотреть, как можно эти скиллы юзать. Мышкой нажимаешь навести на врага и юзать скилл. Офигеть. Они уже почти разнесли мой этот замок. Не замок, а мою халабуду. Мою халабуду. Да. Я просираю просто скиллы свои. Я просто бог игры. Просто бог. Я играю на сложности новичок, как бы. Тут я так туплю жестко. Я бы уже, наверное, слился давным-давно на другой сложности, но я выбрал специально новичка, чтоб я вообще не переживал. Сразу автосохранку дали. Круто. Лутянский. И на макс скорости. Все, начинаем хороводить. Защитные сооружения необходимы. И, конечно, не необходимы. Ты просто капитан очевидность. Так, они собрали. Что тут хотят? Ремонтники. А, ну давайте двух на ремонт. Двух на ремонт. Остальное на дерево. Я думаю, так будет обмен крутой. Ага, у нас есть еще деньги, чтобы прокачать троллька своего.
и лут. Но я думаю, лучше прокачать замок. Лучше поставить здесь башню. Сколько это стоит? А, все упирается не только в деньги, еще и в древесину. Пока не наносят мне древесины, мой тролль может загнуться, и мы можем проиграть. Окей, скорость это не самое важное, поэтому я думаю, стоит круговой удар. Урон не сильно большой, да? Сколько даст этот? Этот даст двойной урон. Так, тут увеличит скорость. ХП, что с ХП? Неплохо ХП даст. Подхил. Исцеление. Ладно, ребята, давайте пока прокачаем, наверное, удар, потому что удар сейчас самовыгодно, как я понимаю, качать. Может, я, конечно, не прав? Может быть, да, я не прав. Сильно наше пострадало, наше здание. Ой, нормально, не сильно. Два рабочих должны залатать. Нет, не успеют. Пока те дерево собирают. Почему Дедан ничего не делает? Какого хрена он стоит? Так, так. Нормально, успевают латать, потому что те парни, 10-я волна, все. Все, врываемся в 10-ю волну. Бах-бах. Куда вы бежите, а? Крысоглоты. Будем всех сейчас разносить. Так, давайте носорога разнесем. Меня тут тоже неплохо разносят. Главное, чтобы они не сильно трепали наше здание. Так, 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 так. Давайте, давайте сюда. Апперкот. Пуф. Ого. Мощь, мощь. Мощь, реально мощь. Не, эта волна на изи прошла, ребята, да? Как-то вообще. Даже без напряга, без какого-то. Круто. Круто. Мне понравилось. Пусть будет один ремонтник. Все остальные на лут. Вот так вот. Бабах. Мы пока побегаем, пособираем бабки. Да-да-да-да-да. На счастливый день. Мы сегодня будем петь, веселиться и гудеть. Чу-чу-чу-бам-бам-бам-бам. Тролямбас бегает вообще. Просто крутой парень. Так, ага, ага. Новая волна. Древесины нет, бараки у нас почти починены. Одного также на бараке, всех остальных на древесину. Древесины у нас не хватает, да? Каждую башню можно перевооружить. Так, выбирать, установить разных стражников, которые более эффективны. Ага, вот так, так, лучники. Перевооружение. Сейчас у нас стоит такой вот гоблин, да? Мы можем поставить лукарей. Можем поставить вот этих парней. Так, так. Кто круче всех? Блин, я думаю, самый крутой это лукари. Давайте перевооружение в лучников. Так, башня СВ. Хватит нам 35? Не хватит. Баллиста? Нет, все-таки лукари самые крутые, то есть время, скорость перезарядки быстрая, дистанция дальше и урон средний. То есть тут выбирать как бы приходится, да, что лукари они лучше всего, то есть они более сбалансированные персонажи. Круто, мне нравится пока. Одного перевооружим и будет по красоте. Так, все, давайте, ребята, занимайтесь. Занимайтесь нормальными делами. А, мы не перевооружим, потому что... Потому все кончается на У. У нас строителя нет. Это мой косяк был, что нет строителя. Ты только сейчас строить начал, Вась. Ну ты что, дурак вообще? Офигеть. Апперкот. Ой-ой-ой, родные, родные, там же ж башня у нас не фурычит. Ду-дух. Мы должны сейчас поразносить большинство
А шаман меня не лечит, да? Его просто нет, он отсутствует. Апперкот. О, офигеть, нас опрокинули, как Blood and Slow. Давай, 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 Васек, раскидывай всех. Молодец, молодец. Да, на нашу хибару просто вскрывают. Просто вскрывают. А башня еще достает оттуда. Это, кстати, неплохо. А чё, гляньте, мы, в принципе, на 1000 продержали. Да? Неплохо вообще. Даже что неплохо? Просто отлично, я бы сказал. Мы продержали оборону на... То есть нам только косарь снесли. А это офигенно. Так, пусть один чинит. Да хотя... Нет, да, пусть один чинит, все остальные на луте. И, наверное, один на перевооружение. Блин, как тут это управление? Меня вот это немножко расстраивает, если честно. Вот так вот. Все. Погнали, мы пока с вами. Золото. Мне нужно больше золота. Как в видосе с Warcraft. Соберем. А лут пропадает или не пропадает? Я что-то не пойму. По-моему, они не успевают его собирать, и он пропадает. Ну, ладно, сколько успели собрать, чё уж тут горевать. Так, задание завершено. Еще пару тупорков у нас осталось, которые собирают лут. Их уберем, закинем одного сюда. И одного сюда. Все. И нашего тролька прокачать. Здоровье сколько надо? 60, да? Окей, подкопим. В следующей волне мы соберем полностью все. И будет класс. Один у нас стоит, ничего не делает. Пиздельничает, да? Или даже двое стоят. Ну ладно, пусть стоят. Че уж, раз стоят. Бой, бой, бой. Носорог, носорог. Опрокид. Давай быстрей. Надо врываться в эту, в толпу, чтобы... Гляньте, как лучники просто, как лучник разносит. Вообще кайф, не знаю. Лукарь мне понравился. Перевооружение я не зря сделал. Он просто... Тут можно даже не нападать. Он растаскивает и так. Вообще круто. Офигеть, носорог в носяру получил, отлетел. Знаменосец тоже вообще он... Класс, если мы проапгрейдимся еще... Наверное, буду делать еще апгрейд одной башни. Он той, тоже на лучника. Или, возможно, я построю еще одну, у нас не хватает древесины. Наверное, я сделаю апгрейд. Или не апгрейд, еще пока не знаю. Хочется все и сразу. Знаете как? Или на данный момент... Давайте на данный момент все-таки мы уберем вот это. Поставим всех на лут. Пусть они соберут весь лут. Лучше пусть больше они лута соберут. Вот серьезно. Если они соберут больше лута, это значит мы сможем больше прокачать что-либо. А это уже очень классно. ХП сейчас восстановится. Как будет у нас 60 лута, мы сможем с вами прокачать нашего гоблина. Так, башня С. Так, а мы ту башню мы перевооружили. Эту мы можем тоже перевооружить, что мы сейчас и сделаем, потому что здесь у нас уже сделано перевооружение. И мы можем с вами... Так, лут они собрали. Молодцы, ребята. Я вами доволен, парни. Отстраивать вообще не вижу смысла, потому что мы и так очень крутые. А, ну есть... Да, если делать перевооружение, тогда да. Бараки. Бараки, бараки. Улучшить, да, бараки? Что это даст нам? Может лучше... Может лучше еще башню одну воткнуть? Не хватает. Окей. Почему бы нет? Мы сейчас подождем, они натаскают дерево, и мы воткнем одну башню.
Но только надо не затупить сейчас. Вот сейчас надо не затупить. Я надеюсь, я не затупил. Мы воткнем одну башню. И сейчас быстренько мы сколько? Двоих гоблинов, двоих на строительство, двоих на починку и одного на дерево. Вот так вот сделаем. Короче, попытаемся, знаете, какие-нибудь супер-супер там специалисты по расчету. Холодный расчет постараемся сделать. Посмотрим, что оно будет, что оно нам даст. Ну, мы почти перевооружились, почти. Давайте нападем. 13-я волна. Так, две башни мы перевооружить успели. Это уже очень круто. Уже очень круто. Потому что гляньте, как они сносят. Они сносят на ура. Вот я могу, кстати, умереть. Ну, бараки, да, они нормально тоже бьют. Так, вот здесь у нас очень все трудно. Уже легко. Уже легко. Когда у нас будет третья башня, мы сделаем перевооружение нашему гоблину. Нет, орку. Орку. Можно будет вообще просто ни черта не делать. Он может... Блин, моя собака громко лает. Мы можем его просто отправлять на покой. Давайте всех на лут просто. Просто всех на лут. Сами тоже подсоберем деньжат. И надо будет нашего гоблина прокачивать. Гоблина, гоблина, гоблина. Дан-дан-дан. Четкий парень. Так. Почти собрали весь лут, да, ребята? Пауза. Нам надо одного на строительство забрать. Да хотя что одного, да, че мелочиться? Давайте заберем двоих на строительство, чтобы было быстрее. Одного на ремонт и двух на дерево закинем. И мы уже выиграем. Потому что сейчас начнут строить башню, потом мы сделаем перевооружение. 84. Ага, стены. Стены дадут ХП. Блин, на такое у меня, блин, нету железа. Нам надо больше вот этих рекрутов. Как нам сделать больше рекрутов? Давайте посмотрим. Бараки, наверное, надо... Что нам надо сделать, чтобы получить бараки? Нифига, да? Нифига. А как нанять больше? У нас пока 5. Надо ратушу, может, улучшить. Вот. 60. Не хватает. Ладно. Окей. 54. За 54 мы здесь не сделаем ничего. У нас тут 80 сейчас. 60, и то это у нас фигня. Здоровье мы можем за 60 потом поднять. Все, окей. В следующий раз мы поднимаем за 60 здоровья. Все, отлично. О! Ребята, мы можем поднять себе здоровье. Давайте сразу же поднимем себе здоровье. Почему бы нет? Чтобы у нас тролль был доступен на следующем режиме сложности. Не понял. А что за... Почему? Доступно на следующем режиме сложности. А на этом, то есть, недоступно, да? Что за бредятина? Ладно, ребята, кто знает, напишите в комментах, потому что я что-то сейчас в данный момент в растерянности. Не знаю, что это значит. Ладно. Так, башню они, наверное, не успеют построить мне. Ладно. Не будем печалиться. Если они не успеют сейчас ее построить, они успеют потом. Поэтому фигня это все. Раскидываем, раскидываем. Так. Раскидали мы, конечно, что-то слабенькое их. Нифига себе, тут их какая орава бежит. Бабах. Да, мы вообще справляемся на ура. Там, гляньте, башни просто сносят круто.
И наш орк тоже выдержит полностью весь натиск. Еще мы его немножко потом прокачаем. Знаменосца мы сейчас завалим. Пфф, башня успела завалить. Да. Все, надо собирать деньги, потому что мы уже выиграли этот бой. Эту волну мы уже выиграли. Класс. Ничего толком не сделали, а уже выиграли. Ну, правда, ратушу вот сейчас нашу прямо вот сильно они под этого ли подбили. И то только по моей вине. Потому что я помчался собирать бабло своим гоблином, троллем. Пищ. Отлично. Все, пройден левел. Пройден левел, пройден этап. Ок, ок, ок. Что делается здесь? 86. Успеют сделать. Тут даже не стоит и переживать. 700 денег почему-то горит красным. Такс. Такс. На цепи. Ой, не то нажимаю. Модный прикид. Бараки. Улучшить бараки. 30 древесины. Давайте, наверное, надо будет нам улучшить бараки. Черт, мой телефон дурацкий. Улучшить бараки. Да, наверное, давайте мы их улучшим. Для этого нужно дерево. Итак. Да, в принципе, думаю, все так можно и оставить, да? Даже одного, наверное, на строительство башни пустить. А одного, то есть вот так вот, да? Я думаю, во, он уже закончил. Он уже закончил и стоит опять куриц, скотина. Его тоже на древесину пускаем. Да? Где он? Вот он. Затесался здесь, родной. Все, запускаемся. Вот, древесина полетела. Древесина полетела. Ремонт тоже полетел, но ремонт как-то слабенько у нас идет. Интересно, сколько я уже играю по времени, не знаю, но это будет одна серия, то есть я ничего не буду менять. И мы можем сейчас прокачать нашего тролля. Прокачать тролля, что мы сейчас, скорее всего, и сделаем. Прокачаем тролля. И потом надо будет перевооружить башню. О, вот это людей, вот это людей. Набегает очень много. Так, тролль. Чем мы можем под хил? Можем? Нет, не можем. Скорость тоже не можем. Круговое движение не можем. Офигеть. Все так дорого. Ого! Ого, сколько удар стоит. Серьезно? Серьезно, такая цена удара? Я что-то немножко аж даже опешил. Давайте вот это тогда. Это единственное, что мы можем прокачать на данный момент. И нам надо прокачивать склад в ратуше. А мы его не можем прокачать. А почему? А почему мы не можем? Тренировка гоблинов. Короче, надо тренировать гоблинов, я так понимаю. Ну ладно. Окей. Давайте все. Значит, пойдем врываться. Тренировка гоблина. Что-то доступно. Какое-то задание. По боку. Это задание. Так, у нас теперь больше скорость, это хорошо. Не, ребята, не-не-не-не-не. Врываемся в толпу. Не даем никому разнести нашу усадьбу, так сказать. Блин, сильно их много. Вот их реально много. Бабах. Бабах, бабах. Они так хорошо сносят. Главное, чтобы наш этот орк-гоблин согревал всех на себя, и тогда будет немножко попроще. Сейчас вот этих заберем, ребят. Не пойму, я промахусь апперкотом, что ли? Не зря я построил башню вот эту. Надо еще строить башню. Отлично, результаты просто мне нравятся. Щух, собираем, нам нужны бабки у нас есть. У нас есть все. У нас не хватает вот этого лута для того, чтобы проапгрейдить рабочих. Все, 700 и у нас в избытке. Мы уже больше не можем. Не можем собрать.
Блин, а мои гоблины будут долго, да, это все собирать? О, блин, они не успеют много собрать, они только вторую ходку делают. Сколько вы еще, ребята, успеете? Да не, они, в принципе, так еще бодрячком вроде. Давайте глянем, что у нас в ратуше. В ратуше больше ничего не строится. Можем застроить еще одну башню пока что. 56. На переподготовку этих уродцев у нас не хватит. Не хватит. Так, раз у нас не хватает на переподготовку этих парней, я думаю, следующая волна будет еще жестче. И стоит нам здесь взять переподготовку лучников. И возьмем сюда, мы возьмем три строителя, чтобы они успели, а двоих на дерево. Да блин, почему так дурацки все сделано, не знаю. Ну да, это бесплатная игра, Герман, что ты хочешь? Отвались от нее, она не должна обладать столь огромным интеллектом, которого ты требуешь. И у нее не настолько высок. Мы строителя не назначили. Это может быть ошибкой с моей стороны. А ну-ка, смотрим, сколько завершенность. 94% на одной. Но мы успеем. Одну мы точно успеем. Сколько на второй? 2%. 5-6. Офигеть, там сколько собралось. Есть ли смысл ждать или нет? Я даже не знаю. Мы, наверное, не успеем, да? Блин. Я думаю, есть смысл только в одном, ребята. Сейчас подождать полностью фуловской волны, конечно, рискованно это. Рискованно очень. Но направить парочку на ремонт. Да блин. Вот так вот. Я думаю, тогда у нас есть хоть какая-то перспектива. И подождать конца. Так, что у нас получается? Завершено, здание завершено. Опа, 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 тихо. Давайте, раз оно завершено, тогда мы кинем их всех на ремонт. Пусть они пока поремонтируют. Так, успевают они? Тупят, да? Тупят, но успевают. Отлично, отлично. Другого я не ждал, они успели. Круто. Мы все успели. Все, да? Или что? Так они на... Я что-то не пойму, они нападают или нет? Все, 16-я волна. В бой. В бой. Ту-дув. Отлично, разрыв. Они так-то сильно на меня напали. По сути дела. Так, давай, разрывай, разрывай, разрывай. Там башня справится. Давай, врывайся сюда. Тролль, орк, тролль. Ух, нифига себе, меня покромсали. Главное, чтоб я, наверное, не погиб. Если я погибну, то все. На этом как бы заканчивается. Гляньте, как я выстоял волну. Я выстоял просто как, я не знаю, круто, мне понравилось. Всех на лут. Всех, нам нужен лут. Так, вперед. Нам нужен лут. Сейчас нам его соберут. Денег у нас... Все, можно их не собирать. Денег у нас хоть попой ешь. И нам нужно... Нам нужно ратушу, мы сможем улучшить. Так, нет. А куда я тогда смотрел? Бараки, наверное, да? Улучшить. Вот, мы можем улучшить бараки. Давайте мы поставим улучшение на бараки. Таверну мы пока не можем. Но мы можем вот здесь потом замутить... А, не, на другой башне перевооружение мы сможем сделать. Но ратушу мы тоже улучшим. Погодите, нет. Нам вот этих надо. Нам надо гоблинов. Нам надо улучшить гоблинов. Как только мы сейчас насобираем 60, мы сможем улучшить гоблинов. И тогда посмотрим, что это нам даст. Давайте, давайте, ребята, я на вас надеюсь.
Отлично. Уже по пятерке дают, вы видели? Так, давайте теперь мы поставим ратушу. Гоблинов в ратуше обучили до второго уровня. Круто. Так. Угу. Так где нам брать железо, не подскажете? Я просто не пойму. А, и мы же хотели склад построить. А почему нам нельзя склад? Потому что бараков нет. Или стены нет. А стену мы не можем улучшить, потому что нам нужно железо. Черт, палка какая-то, да, в двух концах совершенно. Лут нам не нужен. Давайте двоих на строительство и троих на дерево закинем. Почему-то всего лишь 5 строителей. Не понимаю. Башню тоже надо железо уже, чтобы улучшать башню. А ну-ка вот это. Тут можно замутить перевооружение, но не хватает. Все, тогда мы просто включаемся и ждем. Пока они сейчас там построят. И потом глянем, что это нам в бараке завершено. Так, улучшение хранилища повышает эффективность рудокопов и позволяет обменивать золото на материалы и обратно. Опа-чан, Джеки-чан, склад. Склад, место для хранения ресурсов, совместимость определяется уровнем здания. Также на складе можно обменять золото на товары, товар на золото. Железо пока требуется рудник. Закрыто. Понятно. А у нас уже почти 16% склад, да? Давайте улучшим. Почему бы нет, раз есть возможность. Есть возможность. Бараки улучшить мы не можем, нам надо уже железо. Ратушу мы тоже, по-моему, не можем, да? Надо железо, да. Максимальный уровень тренировать этих типков мы не можем. Надо много той фигни. Башню перевооружать не будем, но улучшить уже тоже не можем. Так, стены, естественно, тоже не можем. Таверну мы пока тоже не можем. Мы, наверное, можем улучшить бараки еще. Тоже не можем. Нужен рудник. Так, а где же его взять, ребята? Где же взять рудник? Ну, окей, ждем чего-то, не знаю чего. Так, доступно. Среди гоблинов есть простаивающий. Так, назначить бездельников на полезную работу, чтоб не сидели без дела. Склад завершено. Да окей, пусть идут рубят дерево, я не знаю, что им еще делать. Им уже все, они уже... У меня уже получается, я сделал все, да? Но непонятно, почему я... Дополнительной защиты крепости можно привлечь орков, построить таверну, но сможем нанимать орков. Угу. Неплохое предложение, в принципе. Гляньте, они по шестерке уже носят. Давайте сейчас подождем и глянем, сможем ли мы выстоять фуловскую волну или нет. 107, 125. Вообще круто. Вообще круто. Мне нравится. Так, все, бой. Бой, мы идем в бой. Погнали. Погнали, погнали. Забираем, забираем, бежим сюда. Апперкот. Отлично, отлично. А пока нормально, пока нормально. Бежим сюда. Апперкотик давайте наваляем ребятам. Так, там знаменосец нас растаскивает. Бычары тоже. Вот так вроде по красоте. Перевооружение лучников — это просто, наверное, самая читерская тема, которая только может быть. Денег у нас сейчас опять валом. Назначаем лутильщиков. Можно ж теперь построить таверну. Но мы только не будем орков нанимать, потому что они нам вообще ни к чему. И здесь у нас нет перевооружения. Но сейчас мы его сможем сделать. Сейчас давайте подождем.
Нам лут сейчас натаскают. Так, теперь мы сможем сделать с вами перевооружение. Вот. И мы вообще с вами не паримся. Пока что на данный момент. Сейчас как они лутянского нам натаскают, тогда мы уже будем париться. А пока не будем. Все. И теперь, чем мы назначим работников, чтобы нам... Сколько нам? Ого, а чё так их много у меня стало? Я что-то не пойму. Раз, два, три, четыре, пять, еще двое. Это, наверное, из-за бараков? Нет, да? Или это из-за ратуши? То, что я вот тут улучшил их. 144 мне надо... Нет, у них только скорость движения, эффективность работы улучшается. Блин, ладно. Новое здание, это верно. Так. Понятно. Таверна, это, конечно, круто. Но что она нам дает? А, мы ее даже еще не построили. Мы лошара. Вот это скорость вообще. Ну, конечно, на ускорке, но все равно. Теперь можно нанимать орков, чтобы они помогали в бою. Таверна завершена. Давайте посмотрим. Орки-наемники. По 300, серьезно? Не, дорогие, все. Идите в пень. Мы не будем их нанимать. Мы как бы и сами кипиш можем вывести, по сути дела. Они будут мне башню переделывать? Или нет? Не понял, что они не переделывают мне башню? Или переделывают? А, переделывают. Все, почти готово. Ну все, теперь мы можем открыто так. Башня номер один. Завершено. О, эта крепость построена достаточно. Так, возьмешься помочь другой нашей деревушке. Доступна следующая крепость. Желаете начать ее развитие? Да, желаем, да. Деревянбург. Офигеть. Ну все, Деревянбург, естественно, мы уже будем проходить в следующем видосе. Если вам понравилось, поставьте обязательно большой палец вверх, потому что я старался. Прям очень сильно старался. Вот, а также напоминаю, кто досмотрел до конца. Опять же, хочу начать снимать Warhammer 40 тысяч. Говорю, что если даже не буду снимать, если вы не захотите смотреть, что напишите в комментариях, то буду играть. Ну, когда буду играть, видосы, естественно, выходить никакие не будут. Поэтому желаю всем, пишите в комментах, что вы думаете. Также желаю отличного настроения, великолепного дня. И всего самого наилучшего. А в следующей серии мы Деревянобург будем проходить. Потом Каменоград. И, возможно, поиграем чуть в песочницу. Все, всем спасибо. До скорых встреч.